Всем привет, ребятушки, добрый, добрый, добрый вечер. Приветствую на канале... на канале Lagoon Play. И мы с вами продолжаем прохождение игры Metroid Dread. Так, у нас... Чё у нас тут творится? А творится у нас следующее. Мы здесь пообщались со своим чувачком. Он нам information дал определенную. И теперь мы снова бежим в какую-то часть. Так. Опа! Есть. Да, ванули ее. Так. Тут мы точно уже были. Ай-яй-яй. Фига себе, как он меня долбанул. Да. Так. Здесь нам надо стать невидимым. Ага. И... А, нет, она автоматически открылась. Почему автоматически открылась? Как так? Так, здоровится. Так, ну мы куда-то назад возвращаемся. Я тут уже бывал. Да, 100%. И это я взрывал, я помню. Отлично. Так. А куда нам надо? Ха, вот интересно. Так, это я отсюда прищу туда. Может, мне туда наверх надо? Ну ладно, давайте сходим, попробуем. Ага. Так, я помню, что я здесь был. Я сюда шел вниз. Да-д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 а. Вот так вот я сюда прошел. Хм. Странно, а куда мне надо? Очень странно. Так, надо что-то где-то включить. Вот эта штука должна открыться. Мне надо перебросить энергию туда дальше. Вот в ту комнату мне надо попасть. Точно, да, вот сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, ну все, разобрался, ладно. Маленечко подтупил. И не понял, да? Все, вот видите. Все, кажется, было просто. Ой. А что он такое? Назад почему не хочет меня пускать? Странно. Типа закрылось и все, что ли? Не, ну я же могу обойти это все. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я и обошел. Чего, зачем они тут меня... Опа, подождите. Вдруг тут какая-то штучка есть. Так. Опа, есть контакт. Так, тут какая-то каталка. Ай, блин. Да пошел ты в баню. Ай. А я не задолбливаю, эти штуки задолбливают маленько. Ну хорошо, что я прошел. Ай! Я, кстати, умираю. Или не умираю, у меня... А, вот, чуть-чуть осталось. Так, а я тут, по-моему, бывал. Или нет? Так, открыл, хорошо. О, секрет. Секретики я люблю. Куда это я упал? А, я тут бывал. Т
Точно, я здесь бывал. Блин, нафига я сюда упал? Там же был проход дальше. Сейчас уже что сделаешь? Ага, отлично. Смертушка моя там. Есть контакт. Опять что-то нашел какой-то проход я. И Эми новый. Блин. Зеленый. Так я тут был. Ну да, да, я тут бывал. Блин, я как-то, зараза, вернулся неправильным образом. Надо же было это сделать, а. Вот я куку-муку. А у меня, кстати, что-то не получается. А, вот. Опа. Фу. Чуть я не... Эми меня не спалила. Опа. Валим, валим, валим отсель. Отлично. А может, я тут и не был. Ой! Опять эта фигулька задела меня. Ага, мне надо этот включить, как его. Да-да-да. Так, а где ее включить-то? Может, я, кстати, здесь зря говорю, я, возможно, тут и не был. Опа, нажал на кнопочку и контакт пошел. Но они тут все уровни как-то походят друг на друга, локации. Маленечко не понимаешь. Так, тут запись. Сохранение. Ну, давай сохранимся. Раз дело такое. Обычно, когда если ты проходишь, то показывает, что ты по этой карте тут был. А, тут у меня нет. Опа. Вау, все жизни, это отлично. Не, какой-то новый монстр, смотрите. Отлично. Его я вольну. Отлично, этого тоже вольну. Так, я пролезу здесь, да, я пролезу. Ой, блин. Не могу. Так, значит, мне надо вернуться. Блин. А, ну я же включил эту штуку. Так, а почему электричество? Я же ее врубил. А, надо назад идти. Вот она, видите, куда идет. Вот сюда, да. Опа, проход есть. Бамс, отлично. Блин. Ай, блин. Так кто же знал, что эта штука вылезет тут. Иди в баню. Ха. Нет. Нет, нет, только сюда на штыки. Повезло. Отлично. Валим. Ага. Невидимым надо встать. Так, что-то... А, во, я включил их. Все, хорошо. Понял. Ого, хорошо, отлично. Жизни мои.
Отлично. Ай! Иди в баню. Так, эта штука приехала. О. В баню тебя, фу. Так. О. Так, ну туда мне не надо, я там уже бывал, значит выше. А, тут у меня не включено. А, вот теперь включаем. Все, отлично. Процесс идет. Так, теперь надо назад вернуться. Ай, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Бам ему по башке. Так. Куда мне надо? Подожди. По-моему, вот сюда, да. Не-не-не-не-не-не-не. Ага, вот, все горит. Ай, блин! Я еще там рукой махнул. Успел. Так. Ха! Я ей на голову упал. И что делать? Стоять, ждать, что-то не понимаю. Как спрыгивать? Типа услышала меня. А, во как. Так, я все понял. Если она меня слышит, то она меня находит. Даже если я невидимый. Во какая тема. Жалко. Блин. Да сколько можно умирать-то от нее? Надо идти просто влево, вот я понял. Двигаться, обгонять ее. Опа. Кури бамбук. Ага. Так, тут ее пока нету. Меня тут нет, меня тут нет. Меня тут нет. Вали вот сюда. Так, пусть она уйдет с этой территории, да. Фу, бля. Ага. Ладно, вот так вот сделаем. Капец. Это Эми, она задолбала. Тяжеловато с ней. Есть, я убежал от нее. Ой, это что такое? Блин. Страшное дело. Ой, блин.
Ой, блин. Надо валить. Иди сюда. Не-не-не. Да блин! Так и убьет нафиг меня. О, есть. Отлично. Попал. Мимо. Фу, есть. Отлично, поехали. Мама мои. Ай! Ну, зараза-то, а? Задела меня. Блин. Бывает, не допрыгиваешь. Чё такое? Не цепляется. Какого? Да вы что творите-то, а? Куда она так прыгает? О! Вот зараза же та штука, а? Та летающая. Да блин. Есть, фу. Отлично. О-о-о. И тут чудило, конечно, вылез. Неожиданно. Ай, блин. Фу, до кого-то я дошел. Так, опять, наверное, с чуваком своим будем общаться, с Адамом. Эдра Шифровывается как экзопланетный мультиформатный механический исследователь. Он может процедурно изменять и усиливать собственные возможности. Одной из стандартных функций не является настройка конфигурации для прохождения узких пространств. Скорее всего, встреченные тобой время будут использовать ее во время преследования. Ты не сможешь уничтожить их защитное покрытие, даже со всеми своими способностями. Противник несоизмеримо сильнее тебя. Ты беспомощна. Смирись. Спасибо. Внимательно изучи каждого Энни и применяй оптиметрию, чтобы продвинуться вперед. Но даже тут есть риск. Оптиметрия ограничивает твою подвижность, и на нее тратится больше иона, чем на движение или выстрел. Но это твой лучший шанс выжить. Если ты найдешь больше особой энергии, без колебаний уничтожай Энни. Это не является частью твоего задания. Но я не вижу иного способа достичь твоей цели. Они представляют угрозы для жизни. Это нельзя игнорировать. Ну, мы так и делаем. Что тут обсуждать-то это все дело? Так. Ой, это что такое? Что это? Кто это такой? О, фига себе я там пострадал от него. Блин, задолбали. Сейчас от этой Эми еще тут. Где она? Хрен знает. Блин, я тут уже был, что ли? Мама. Меня тут нет, меня тут нет. Есть контакт. Сколько она сегодня мне раз? Уже 5, наверное, убила. Да. Как тут пройти?
убежал. Это что такое? Какая-то новая интересная область. Вау. Карта? А, карта. Катарис. Это вся моя карта, да? Ага. Понял. Хорошо. И куда меня это привело? Блин, я что, все равно туда вернусь? Я не хочу к ней возвращаться. Мама. Фу. Так, куда-то я вернулся. Так. Пробегаем. Блин, задолбали они. Давай, 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 разгоняй. И лава уйдет. Да. Аллилуйя. Это хорошо. Фигай, какой злой, да? Ой, блин. Как я и на голову падаю все время. Это ж офигеть. Я, мне кажется, меня так еще ни разу так много она не убивала, чем в этой серии. Зеленая Эми просто злюка. Ха-ха-ха-ха. Не, а что мне оставалось делать? Только таким образом. Молодец. Тут только убегать от нее. Вообще логики не вижу с ней драться. Это меня хорошо долбанули. Так, давай ко мне жизнь. Отлично. Попробуй догони. Называется. Я тут уже бывал. Ё-моё. Огонь! Блин, сейчас помрём. А вот и померли. Девушку хоть так увидели. Так, я вот не могу понять, вот там локация этот ушел. Лава ушла. А как туда попасть? Ё-моё! Блин. Ха-хей. Капец. Капец. Так, ну ладно, давайте еще раз попытаемся пробраться туда, куда я хотел. Если не получится, то сегодняшнюю серию можно назвать
неудача. Так, вот куда-то сюда я хотел попасть. Ага. Ха. И смысл? Вау. Вот тут я не был точно. О. Отлично. Новое место. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А, да как я тут не был? Да я тут был. Я, кажется, креститься надо, расскажется, что новое место. Набор. Да блин, она задолбала, эта штука. О, есть. Пропусти. Куда-то идем мы назад, такое ощущение. Был, но вот я потерялся, в общем. Да, вот с этой штукой я тут тогда подался, падал, умирал. Хрен поймешь. Она меня спалила опять. Так, вот тут я запустил. Ха. Тут какой-то вот есть, но я туда не могу попасть. Ладно. Умри! Есть. Так. Блуждаю я. Явно блуждаю.
еще и помру. Да, эта кнопка, я ее нажимал. Сейчас умру. А что остается делать? В общем, ребят, сохраняюсь я и прекращаю на сегодня. Заблудился я. Вот я даже не знаю, куда идти, честно скажу. То есть, сейчас попробую еще. Ну, опять видали, что творится. Ну, а меня опять преследуют. Причем быстро так.